Привет! Ну, сегодня сделаю небольшой ролик. Думаю, буду стряпаться. 100 лет уже не стряпала, ничего не делала. Все некогда. Ну, а сегодня в дорогу пирогов напеку. И вам покажу. А пироги решила сделать так. Часть, немножко пирожков, жарю в масле из-за экономии масла. А остальные засуну в духовку. Я такое тесто сделала, чтобы, как сказать, такое рассыпчатое, чтобы и в духовке были вкусные. Масло дорогое, сейчас жарить в масле все пирожки, а тесто завела много, ну как бы это накладно. Поэтому я решила сделать так. Начинку сделала. Лук с яйцами, одна начинка. Другая начинка, щавель. Я щавель всегда обдаю кипятком. Ну, ложу его в этот, в сито. Кипятком отдаю, все сливается. Куда-нибудь ставлю, чтобы сливалось. Я не люблю, когда щавель вот так вот топорщится весь. Надо его приминать, чтобы защипнуть этот пирожок. А так он поддается хорошо. Просто кипятком сверху облила. Не держу его в кипятке, ничего. Ну как, пробланшировала. По-научному. Вот. Ну и все. Тесточка сейчас вам покажу. На столе оно у меня уже. Так, моя хоть бы не грохнулась. Конструкция. Я его завела и положила в мешочек. Уже второй раз я его вот так подойду, помну. Уже второй раз вот так вот оно подошло у меня. Ого, завязала, что и развязать не могу. Погода у нас сегодня замечательная. Главное, нет ветра. А когда ветра нет, то на улице красота. Так, муки сейчас возьму. Вывалю пока сюда. Я сегодня, видите, в фартучке. С тестом вожусь. Мешочек смазала маслом растительным, что все отошло. Но я его все равно постираю, я ничего не выбрасываю. Я его состерну. Ой, какое хорошее тесто. Мука у меня добродея. Я прям не знаю, в эту муку влюбилась. Мне что-то больше никакой муки не надо. Так она мне нравится. Так, ну начну с маленькими, с маленьких порций. Вот так вот. Сюда буду ложить и, наверное, мешочком все-таки буду накрывать, чтобы оно не обветривалось. Сейчас налеплю и на гостиницу везу. И здесь оставлю, и с собой возьму покушать. В общем, всех накормлю пирогами. Ну, я, кто меня смотрит, я всегда работаю с мукой. Я в масле не люблю вот так вот, чтобы маслом вот это все. Мне это не очень нравится. Я больше с мукой. Мне нравится с мукой. Я сильно их не обмакиваю, так, чуть-чуть. И вот так я катать не умею, вот так вот как-то катаю кругленько. Сколько я не получаю, не пытаюсь, они у меня какие-то кривые получаются. Я вот так. Так, скалочку я не приготовила, конечно. А они у меня все на веранде. Делаю перерывчик. Ну вот, раскатала, нашла скалку. Еще с веранды не все перетащила. Ну и вначале буду делать с яйцом. Лепешечки у меня небольшие.
яйцом буду закрывать просто так. Так, ну тут я посыпала. А со щавлем буду так вот косичкой, чтобы оно не вытекало. Вот эти сейчас я пожарю на сковороде. Остальные сделаю в духовку. Буду приучать к духовке. Не очень любят духовочные пирожки. Вот надо, чтобы все в масле было. Но масло сейчас кусается. Лучше за свет заплатить, чем масло без конца брать. Так. Все, девочки, я леплю пирожочки. Сейчас сделаю паузу. Потом встретимся. Спасибо большое, что вы меня смотрите, что вы подписываетесь на мой канал, комментируете очень хорошо. Я читаю, улыбаюсь, разговариваю с вами. Ну, эмоции-то все равно не передашь, как вот. А мне так приятно. Очень хорошие комментарии. Люди положительные все у меня на канале. Прям спасибо вам большое. Поддерживайте меня. Так. Все. Ой, главное, что погода хорошая. Я прям довольна, что погода хорошая. С яйцом, с луком налепила. Это для духовки. Духовку включила. Они маленько постояли. Я повключила духовку. Сейчас вот смажу. Духовка как раз нагреется. И я поставлю. Здесь вот, не видно вам, сбоку налепила на сковородку. Жарить. И немножко осталось я на сковородку со щавлем. Отдельно еще жарю. А здесь вот, вот это вот тоже со щавлем, тоже смажу их, пусть стоят, растаиваются. Вот такие вот делишки. Сейчас ходили по дворам. Ну как вот, хозяйка, хозяйка. У вас бывает такое, нет? Кто дома, хозяйка? Пух, перо, свет, мед. Не знаю, там всякую фигню спрашивают. Мы смеемся, ни пуха, ни пера. Ничего нет. Все собаки съели. Остались без ничего. Вот средь бела дня, вчера, две курицы разорванных. Соседка пришла и говорит, что возле ее гаража, ну, пера столько много в одном месте, в другом месте. А я говорю, да, это, наверное, ну, с того раза, говорю, когда к нам залазила в сарай. И ни к чему даже. Выпустила были все. Она вчера днем была, соседка. А вечером-то загонять, а курей-то нет. Пошла закрывать, а курей-то нет. Две штуки нет курицы. Вот, пошла посмотреть утром. Точно. Свежие перья. Она, видно, сидит там у нас, эта собака. Не знаю. Там дом же старый, разваленный. И все в яблонях там вокруг. Все в кленах. В конопле все кругом. Ой. Отвязала дружка с утра. Иди, говорю, на разведку. Иди хоть, может, кого напугаешь, погоняешь. В общем, девочки, курей у меня не осталось. Там, не знаю, 5 штук, наверное, курочек осталось. Все. И все мои куры.
Как еще цыплятки вот эти вот. Они уже подросшие. Но они в этом дворе находятся. Ночуют здесь. Еще до них никто не добрался. Наверное, в зиму все, если доживет до зимы, буду убирать. Ну, как держать, я не знаю. Все съедают, все сжирают. Что они напали на мой сарай, не знаю. Что им тут так нравится. Облюбовали. Наверное, он старый. Грызть. Грызть легко там все. Все гнилое. Без труда. Прогрызает и залазит. Ну и в траве ловить легко, наверное, там, в том дворе. Мы же там ничего не делаем. Не косим, не рвем эту траву, не убираем. Ой, господи. Так, все, смазала. И сейчас по очереди в духовку. Сперва те. Потом эти, они еще постоят, разойдутся. Все, друзья, я управилась. Пережарила все пирожки. Перепекла, то есть. Жареных я всего делала 2 сковородочки. В общем, я все вместе тут сложила. Сладкие отдельно. С духовки отдельно. Ой, сладкие отдельно. Соленые отдельно. Вот так вот. Это яйца с луком. Ну, а это щавель. Щавель и тесто у меня оставалось. Думаю, ну, что бы сделать, каким сделать. Взяла с повидлом яблочным. Доделала. В общем, пирожочки все вкусные, мягенькие. Я 2 вот таких съела. В общем, я объелась. И 1 вот такой только жареный съела. Вот, эти еще не ела. Ну, эти тоже мягенькие пирожочки, хорошие. И все. В доме у меня пока все. Пойду готовить баню, надо помыться, ну, вода там практически есть, там ведро 2 донесу, затоплю баню, помоемся перед дорогой. И все, девочки, всем счастливо, всем всего хорошего, а я поехала.